бриллианты, тюльпаны. Итак, замешиваем тесто, раскатываем тоненько, как на лапшу. Затем разрезаем на ромбики. Затем повернем ромбики. Так, и накладываем фарш. Фарш готовьте на свое усмотрение, так как вы его делаете, как любите, на ваш вкус. Самое главное, я вам покажу, как я их делаю. Итак, на ромбики наклали мясо. Вот эти вот кончики берем, закрываем мясо, защемляем. Вот эти длинные соединяем, подводим к макушке и вот таким образом соединяем. Вот у вас получается вот такой вот тюльпанчик. Еще раз смотрите серединочку. Защемили. Длинные концы подводим под верх и защемляем. Также все расправили. Убираем дальше. Еще раз показываю. Защемила. Длинные концы под верх. Также защемила. Вот все вот таким вот образом. Такие вот мантики. Так, если же вы режете, и у вас получаются вот такие вот неровные соединения, их можно соединить. Вот как в данном случае я вам показываю. Также его защемили. Защемили. Так, лишнее отрежем. Также покладем мясо, фарш. И также защемляем. Вот таким вот образом. Вот такие вот красивые у вас тюльпанчики получаются. Всем приятного аппетита! Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.